Ну, что хочу сказать, знаете, у меня вот перед игрой как бы стоял такой, было самое интересно посмотреть, где мы сейчас находимся, потому что это первое такое серьезное испытание с нашими конкурентами. Я прекрасно помню нашу игру в первом круге, вот, и мне хотелось просто посмотреть, сравнить, топчемся мы на месте, идем назад или мы сделаем какой-то шаг вперед. Вот. Ну, знаете, после первого тайма у меня уже не стал вопрос даже, какой счет будет. Мне просто было интересно посмотреть, есть ли у нас команда или нет. Вот. За что я очень благодарен ребятам, они проявили характер. И я думаю, что игра доставила удовольствие всем болельщикам. Потому что две команды играли хорошо. Вот. То есть уберем только некоторые нюансы. Вот. А так, в целом, я считаю, хороший матч, интересный. Коллеги, ваши вопросы? Здравствуйте, Сергей Витальевич. Во втором тайме «Динамо» играла куда лучше, более заведенно. Что удалось перестроить? Да я скажу, мы и в первом тайме, если вы не видели, тоже играли хорошо. У нас было 4 момента, 100%. Только если, я говорю, убрать некоторые нюансы, чистые пенальти, выходы были один в один. Гол, который нам забили, это же вообще цирк. Вообще то, что творилось в первом тайме, это знаете что? Вы-то молодой еще человек, вы не знаете, а я прошел еще вторую лигу российскую. Вот есть такая зона Кавказ была, там вот это вот, 80-е, 90-е годы, вот, когда люди помнят. Вот. Тогда вот 100% Кавказец бегал. И у меня чувство было, что мы играем где-то очень далеко, а не Беларусь. Плюс. Ну ладно. Я считаю, что люди, которых выставляют на такие матчи, они должны нести ответственность, они должны готовиться к этим матчам. И они должны популяризировать футбол, чтобы он был интересен, а не уничтожать футбол. Потому что ну, у меня нет слов. А у вас есть? Нет. А? Вы знаете, как-то... Часто говорили, вот, если тебе в карман залезут, то деньги заберут, что ты сделаешь? Они говорят, да я убью там, или да еще что-то. Так вот тут на футбольном поле это тоже есть такое, как... Так вот то, что вытворял судья, это верх непрофессионализма. Но их же кто-то готовит, их же кто-то назначает. Так может быть, они тоже должны ответить за это? Не только там тренерам карточки показывать. Одни вопросы, ответов нет. Следующий вопрос. Что скажем, судейские бригады после матча? Я им? В перерыве. А, перерыв? Не, я после игры сказал. Да, после матча. Пускай просто зайдут в раздевалку к ребятам и извинятся, в глаза им посмотрят. Зашли? Как вы думаете? Там мужчин нету, понимаете? ТВ Терешка? А? ТВ Терешка? О ком? О Ольге Терешка. Почему о Ольге Терешка? Вы с ней разговаривали, не пытались. Да я с ней очень хорошо это, общаюсь. 38 минуты еще. Не, я с ней очень хорошо общаюсь. Если бы у нее было бы... Тут вопросы вообще о судьях, которые решают. А она при чем? Вы не туда пошли. Вышел вместо Швецова. Можете объяснить эту замену? Ну, во-первых, я хотел усилить фланги. И, во-вторых, для развития атаки мы Кичинова опустили вниз, чтобы мы лучше начали контролировать мяч, контролировать игру. Если вы видели, что у Макса плохо было с развитием атаки, он был немножко такой нервный, зашуганный. И я поэтому, по этой только причине его поменял, чтобы мы лучше начинали атаки более спокойно. Что в конечном итоге и было. То, с какой взгляд, вопросительно. Ну, нет, вот если говорить о Швецове, он сейчас присел на скамеечку, вышел впервые за несколько матчей сегодня. Что с ним? Что и у него спросить?
У меня играют только те, кто сильнее сегодня. Именно сегодня. Те играют. Еще вопросы? Дима. Вот Берклина, там, в смысле, правда, а Гергеич не попадается в состав, что с ним? А вы его на трибуне не видели? Его нет, вас видел. Ну вот, увидели на трибуне, увидели. У него выскочило плечо, он травмировал. В той игре он еще тайм отыграл с вывихнутым плечом, и сейчас он ходит, там у него, наверное, месяц, может больше, там, ну не госпитализация, но там есть проблемы. Еще вопрос. Сейчас не жалеете, что не сдержались? В первом тайме, наверное, будете пропускать следующий матч, сможете на скамейке. Да ничего страшного, он будет ближе к народу. Какие проблемы? Он вместе с судьей можем посмотреть. Я думаю, его тоже дисквалифицируют, как и меня. Еще вопрос. Вчера был матч блогеров из России, команды Амкал и болельщиков Динамо. Он собрал, по-моему, 2700 зрителей. У нас сегодня больше собралось. Видите? Я вам ответил уже. Пришло матч больше на рядовой матч. Это Беларусь, и вот что это за явление? Как? Я вам уже ответил. Я в этом вообще ничего не понимаю. Вот, спасибо. Максим. Артем Черединский вчера сыграл за фанатскую команду Минского Динамо, а у вас не было мечтовать на поле? Тогда бы еще пару тысяч пришло, да? Ковки мне здесь не хватило. Ну ничего, тогда бы на центральном играть.